Привет, привет. Тихо. Так. А что, милый, что сержант? Да. О, вот это, о, вот это правильно. Я согласен. Это надо водички набрать. Сейчас. Но я очень сомневаюсь, что я сюда буду один ходить. На эту колоночку. Я уж... В одного очень вряд ли. Я даже шоколадку, наверное, бахну. Чтоб реген получше был. Перезаряжался. Ой, пил и не допил. А мне рассказывали, что там всякие вот эти вот приколы есть. Типа там части метеорита и вот эти вот еще какие-то вот, вот такие дела, да? Самое-то ценное, что тут? То, что части метеорита. Ну там он, видать, когда он респится, там особо люди не разбираются. Вообще всех сносят. Без разбора. Причем там на уровне горизонта. Сука. Нихера так пугать. Разбежаться, прыгнуть со скалы, нет? Ой! Я чуть все ноги себе не переломал. Ничего, что если я плавать не умею? А, понял. Но я же как-то сюда попал, или там какой-то у вас этот маршрут есть секретный. А. Все, есть. О, блин, нихера себе.
Я новый уровень по достижению какое-то получил. Ожог кожи. А что, бинтом, может быть? О, 200 очков. Так. Ой, ужас! Я почти сдох. Так, отличился. Ага. Так, сейчас я понял. Ну да, так, наверное, более безопасно. Может, я уже проходил. Ой, капец, мне ни хера не видно еще. Так. Один я бы даже там и не пытался пойти, честно говоря. Я бы пытался вот так вот, как все по дороге. А тут бы по темноте бы пошел бы один, еще бы и вниз свалился бы. Сука, я чуть не упал туда. Все, уже нога уже вниз пошла. Все, это уже, про это можно снять новый ролик. Побег с аэропорта. Как с Шоушенка, только с аэропорта. Медведь. Давай, я готов. Мне просто все ближнего боя, если он сюда к нам пойдет. Ага, во, пошел. Рыжий медведь. Так, не знаю. Хочешь ты возьми, хочешь я возьму. В принципе, у меня вес есть. Я когда еще до обновления убил рыжего медведя на этой, на Везувии, меня запыкашили. О, шкура. Удачно. Вот это у нас сегодня удачная охота получилась.
У меня до сих пор эффект ожог кожи остается. Почему он не снимается? К примеру, раз такой по воде прошелся, он снялся. Нет, да? Но с бегом у меня уже большая проблема. Я уже почти не бегун. У меня уже 8 очков интоксикации. Вот дождь закончился и видно хорошо стало. Но в основном видимость-то плохая была, то что радиация фонила сильно. Я помню, где-то вот так же решил вот так вот пересечь воду и утонул. И вроде бы так. Расстояние-то небольшое было, но там глубина приличная была. Наконец-то дошли. Приветствую.